Вот это да. Вау. Вот это да. Всем привет, вы на канале Мэри Ви. И сегодня я вам покажу три элемента. Целых три элемента? Ничего себе. Ну это можно сказать первый. Давай передадим привет мисс Николь. Привет, Николь. Ага. Мы тоже занимаемся. Привет в Одессу. Из Харькова передаем привет. Мы тоже занимаемся гимнастикой. Я вообще-то же думала, я хочу стать сестрой Николь. А такое возможно? Можно. Первый элемент я покажу. Это колесо на локтях. Колесо на локтях? Да. Откуда оно взялось, это колесо на локтях? Я была на тренировке. Гимнастики. Да. Мы на третьем этаже занимались как на вот таком месте. Вот на таком? Там были какие-то как маты, да? Здесь это мягкий мат, а ну покажи. Такой мягкий. Не такой мягкий, как там. Вот такой, да? Да. Вот такой. И что же там было? И когда мы делали вот эти пуфли, мы так делали, по двоем мы делали элементы. И поскольку у старшей группы были посложнее элементы, нам дали такой элемент. Колесо на локтях. А, я понял. В вашей группе есть девочки, которые постарше и которые более сложные упражнения делают, да? Да. И они там вроде переворот что-то такое делали. Ага, то есть ты подсмотрела сложное упражнение у старших девочек? Да. У старших девочек было другое упражнение, да, а поскольку да. Мы это не можем делать, мы делали другое, полегче. Полегче. И какое вы делали, которое полегче? Нам Наталья Борисовна, это моя учительница, как я сказала, сделать колесо, потом колесо на локтях. Ага, вот как. Понятно. Я когда это делала в линию, я вспомнила, что Наталья Борисовна говорила об этом колесе с Соней из старшей группы. Ага. Смысл в том, что там надо было, как на обычное колесо, прямые руки. Угу. Прямые, а потом согнуть. А потом согнуть. И все? А еще нужно пару. А у тебя тогда сразу получилось? Да. Да, у тебя тогда прям сразу получилось? Да. Сразу. Или после упорных тренировок? Ну, сначала я просто попробовала дома, и у меня сразу тоже получилось. Да? И на тренировке тоже у тебя получилось? Да. И потом еще дома получилось, да? Ну, сначала дома, потом на тренировке. Да, но здесь, на вот этих матах очень классно получается. Тут много места, да? Сейчас подожди. Вот. Давай. Я сегодня только узнала, что я могу с двух сторон. Что? Я только сегодня узнала, что могу с двух сторон. С двух сторон? И с этой. Круто. Как я обычно. Давай ты нам сейчас и покажешь, да? Начинаю. Давай, поехали. Супер. А теперь с другой стороны, да? Давай сначала на эту сторону. Я делаю. Теперь можно. А теперь в другую сторону, да? Ну это как вот так лицом, потому что мы с этой стороны. Мы делали с этой руки, а теперь должны с этой. Ну давай. Все, закончилось место. Место закончилось, да? Есть! Здорово, молодец. И шпагат у тебя уже получается лучше, чем раньше. Такой, да. Потому что мне надо помнить, даже не хочется. Здорово.
Мне кажется, что шпагат у тебя получается все лучше и лучше, да? Ага. Ты даже тренируешь. Я хочу сказать, да, что я учусь вот этот захват делать. Вот этот захват? Какой захват? Как он называется? Ну, вроде так и называется захват в шпагате. И что нужно сделать? Схватить ногу этой рукой. И как? А, тебе, наверное, нужна помощь какая-то, да? Ну, вообще-то я сама должна вот так измениться и взять ногу. Ага. Но сначала, то есть пока что еще не получается, да? Угу. Ну, хотя бы вот это шпагат сделать. А может, другая нога получается лучше? Нет. Захват. Другая нога у меня уже не шпагат. Что? Что у тебя? Другая нога у меня на шпагате не очень так сильно. Ага. А, то есть на эту сторону у тебя не так хорошо получается, да? Нужно развивать обе стороны, да? Да. Я упорных тренировок. У меня все вообще какой-то вот такой шпагат был. Вот тут, когда я начала так... растягивается хорошо, у меня уже и вот так получается. И ты уже даже равновесие держишь. Круто. А ну, давай, знаешь, что сделаем сейчас? Что? Ты можешь на вот этих вот штуковинах, сейчас я их притащу сюда. Сделать шпагат. Ты сделаешь шпагат на этих тумбочках. Вау! Вау! На равновесии еще не получается ни стоп. Ну что? А, равновесие пока что еще не получается, да? Да. А на другую сторону не получается? Да, я настроился. А ну-ка. Та-дам! И теперь шпагат. Вау! Ну ничего себе! Вот это круто! Слушай, а давай сделаем наоборот, с другой стороны я обойду. Ну что, теперь покажешь, как шпагат у тебя получается? Сначала садись. Это ты просто сидишь, а теперь шпагат. И... Ого! Вот это да! Вот это да! Давай сделаем самый крутой шпагат, какой ты только можешь. Самый крутой шпагат, который ты только можешь. Давай. Вот так. Вот так. Я начинаю падать. Вот так. Вот так. Вот это было круто. А теперь к одной ноге и к другой, да. А теперь можешь перевернуться в поперечный, да? А что-то вот это продольный. А, то есть, да, продольный. Вот это продольный. И на другую сторону? Поперечный. Бам. Давайте у нас только с поперечного сюда. Давай, давай, я снимаю. Есть. Давай теперь на одной лапочке. Давай. Все.
Да, здорово. Здорово, молодец. У тебя получается все лучше и лучше. Когда я падаю только в ту сторону. Молодец. Молодец, это было круто. Ну что, какой у тебя следующий элемент? Следующий это элемент. Какой-то... Элемент прыгив спины или какой-то... Ну, это как-то так. По-другому называется. Мы даже не помним. Точно не помню? Ну, так покажи, как он выглядит. Вау! Ух ты, и ты встаешь даже с него, да? А покажи еще. Именно на него его делать, то тогда у меня не получилось вставать. Нет, я удивилась. А сейчас уже получается вставать. Нет, могу даже без рук. Даже без рук? А ну-ка. Ой. Даже без рук? Ничего себе. Падаю в бой. Вот это ты даешь. Без рук сделала. А с руками? Я видео уже показала. Ой, ну это прямо как будто бы мостик с колен. Да? Слушай, а мостик не с колен. Мостик не с колен, а с ног. Ведь ты же умеешь? Да. А ну-ка давай. А давай не здесь. Давай. Где-то здесь. Давай. Привет. Я, кстати, раньше могу... Мне кажется, ты уже... Ух ты, мне кажется, ты уже скоро начнешь ходить, как паучок. Я уже могу ходить. Уже можешь ходить? Как паучок? Вот это да. Вот это да. Я хотела побыстрее побежать. Вот это смешно. Ты прямо как паучок. Только наоборот, да? Здорово. Слушай, а как вот это называется? Это колобок называется, да? Который, когда ты сначала мостик, а потом катишься. Нет, колобок это... А, в другую сторону. А, это в другую сторону, я понял. А давай вот это, которое сначала мостик делаешь, а потом катишься. Давай. Это у меня после этого ног будет болеть. Но мягко мне болит, а здесь не. Как пол. Пойдемте. Ну давай, поехали. Я даже не так делаю, как у меня нос не болел. Прячь нос. В карман. Нос в карман. Я не могу. А, я понял, у тебя карманов нету. Вот. А это еще можно как-то сделать быстро, да? Что-то сразу так. Раз, раз. Да? Ну, можно сделать побыстрее. Можно сделать прямую, но я покажу только на локтях. Ну, давай на локтях. Но просто немножко побыстрее. Только не мостик побыстрее. Чуть-чуть, да? Ну, мне кажется, что... Вот такой линии. Мне кажется, что это дело тренировки, да? Угу. Слушай, ну уже, во. Но ведь главное же это больше тренироваться, и да. Все получится, да? Угу. Может, вы умеете делать, но просто об этом не знаете, и просто, когда вы пробуете это, у вас получается. Да, здорово. Главное пробовать, тренироваться, и все получится. И тогда будет... Что, может, еще элементов покажем? Ну, покажи еще какой-нибудь элемент. А давай устроим соревнование. Давай устроим соревнование? Ты какое? Ты квартир, а я катился. У меня нету резиночки. Ты забрала у меня мою резиночку. Я кувырки, да? И, значит, я кувырки, а ты? Колеса. А ты колеса. И что, кто быстрее? Да. Только хотя бы убьем.
кувырки. Пока Машка зарабатывает на коктейль. 26. Так, 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 не халтурить, не халтурить, отжиматься хорошо. 30. Я еще раз это сделаю, и я не выдержу. Мне это просто будет опустить. Мне здесь заболело. Ну так что, пошли в коктейль. Ты 73, ну это с камерой. Я теперь ты. Камерой. Давай, теперь ты. 26,3. 26,0. Вот, ровно 26 килограммов. У них как всегда будет или... Молочный коктейль, ну все. А, есть только жвачка. Хорошо. Хорошо. Да. Машка, есть только жвачка. Да. Такой, а со вкусом, с ароматом жвачки. Давай жвачку. Как всегда, с мороженым. С мороженым, да. Угу. Вот так мы ждем коктейль. Это вот так ты ждешь коктейль? А ну покажи, как ты ждешь коктейль. А где ты вот так прыгала? Та-дам! Что здесь приготовление коктейля не такое долгое. Да, не такое долгое. Скоро уже. А вот он, вот он, вот уже коктейль идет. Так, я телефончиком выпас. А, уже, да? Да, можно. Все, все. Спасибо. Это что, они заболели? Нет. Это каждую субботу. Ну что, такое. Давай прощаться с нашими подписчиками. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. И всем да. Пока. Всем пока. Ой. Клик-клик, Сири. Всем пока. Пока. Mm-hmm.